История племен началась с поклонения женскому началу. Великая богиня-мать, дающая человеку душу. Она считалась покровительницей жизни, продления рода и звалась Сорнинай. Статуя из чистого золота, равнопочитаемая у всех древних племен Урала и Сибири, желанная, но так и не найденная. Морок золота сияния и солнечный блеск родил многие смерти в противовес той жизни, которую сулила Сорнинай.